еще раз, вот отель с улицы Борчининова, вот видите, туда будет дорога. Ну, вы знаете, я считаю, что Гурова не хватает, куда будет закончиться. Центр как-то он немножко помпезный, надо что-то больше деревьев насадить, сделать парк. Мне кажется, было бы очень демократично и интересно. Ну и как-то вот, кстати, эта вот улица, тоже как-то центр очень так как-то по-простому сделан. Вот это театр оперы и балета. Нет, это драмтеатр. Оперы и балета в другом месте. Вот площадка перед ним. Ну, здесь тоже что-то планируют. Фонтан убрали, планируют что-то сделать такое. Хотя фонтан был. Ну, такое типовое здание театра. Театр драмы, скажем так, вот так. Ну вот видите, как-то все-таки, мне кажется, парк был бы самый оптимальный вариант. Центр города, парк. Парк очень бы неплохо смотрелось. И такое, такие деревья, все. Наши власти, они